Славный удар. Мы быстро управились. Да, верно. Теперь я знаю, что ты ценный союзник. Увидимся в Грентебридже. Волосы и ногти растут, даже если тело остыло. Сама видела. Не может быть. По-твоему, в тех, кто давно умер, еще теплится жизнь? Нет, зато в них теплится смерть. И зловонный дух стремится покинуть мертвое тело любым способом. Эйвор, мой могучий друг! Тут рядом укрылись люди Вигмунда. Мы перебьем их всех. Прям-таки всех? Чем меньше в шерсти в шее, тем меньше киска чешется. Вот как я считаю. Как ты присоединилась к Соме? Я приплыла в Англию раньше Гутрума, Ивара и Убы. Возила товары, обманывая и саксов, и данов. Я лгала, крала, получала в нос. Было трудно, но я научилась терпеть боль. Я над ней смеялась. Сома разглядела во мне не просто торговку. Я оказалась полезна не только себе, но и ее замыслам. Другие не верили тебе, а она сочла тебя достойной. Да.
И за это я ее люблю. Впрочем, я люблю в ней все. С тобой людям становится веселее. Должно быть, с вами тоже. Умея читать чужие мысли, жизнь стала бы ужасно скучной. Но Соме кажется приятно быть со мной. Быть с тобой? Просто быть. Не так, как мне хотелось бы. Видишь ли, смех помогает смириться с горькой правдой. Радость жизни, вопреки страданиям, это бунт. Тебе нравятся другие друзья Сомы? Галин и Лив? О, Лив зверски притягателен. Так и хочется, чтобы он облапал как следует, а потом уснул на груди. Он все вопит о чести. Но благородные люди не устраивают пожары, чтобы геройски потушить их. Галин – мастер думать мрачные думы. И сразу весь такой важный, просто прелесть. Так и день пройдет, а саксы упорхнут из гнездышка. Надо нам подобраться поближе. Моих людей позовем, если что-то пойдет не так. Должно быть весело. Славно, что мы рядом. Лучше держись подальше. Вдруг поставлю тебе синяк. Ты лишишься локтя раньше, чем он появится. Нападут, как только увидят. Подлатать.
ж, это все. Люблю тишину после резни. Если б не запах дерьма в штанах врагов. Ты славно сражалась, Берна. Заигрываешь, Эйвор? Что делаю, прости? Расслабься, Дрэнк. Увидимся в Грентебридже. Кину-ка я капюшон. Сома всегда почитала богов. Проклятие на нас навлечешь ты, если нарушишь клятву и сбежишь. Эйвор, то, что ты с нами, честь для меня. Что ты задумал? Весь Шир хочет, чтобы городом правила Сома, кроме этих деревень. Их жители кормят войско Вигмунда. Поэтому мы сожжем их дома, быстро и дотла, как молнии Тора. Как ты присоединился к Соме? Однажды Вельва послала мне видение. Пронзив мой разум, оно развеялось. Но мне было мало. В надежде на новое... Я долгие годы ел лишь пелену, грибы и священные травы. Силы мои иссякали. Я скитался, одурманенный и безумный. Саксы хватали меня, но отпускали. Раз за разом. Сома нашла меня в болотах. Я был наг и одинок. Она дала мне все, в чем я нуждался. Я обязан ей жизнью. Видения обладают странной силой. Что ты видел? Я поднимался в гору и нес на себе льва и змею и изнывал под их весом. Я изнемог. А затем появилась Сома и помогла мне. Мы добрались до вершины. Нам едва хватило там места. На пике, похожем на острие клинка, мы стояли, вцепившись друг в друга. Крепко. Я кажусь отстраненным, одержимым. Но боги всегда с нами.
Я считаю мой долг защищать Сому от их гнева. А что ты думаешь о Ливе и Берне? Лив. Прирожденный моряк. Разве что очень увлеченный. А Берна, что ж, для нее жизнь шутка. Сома извлекла ее из канавы. Тайный ввоз товаров, чтобы не платить пошлин, и много лжи. Клан есть клан. И я буду драться бок о бок с Бирной, хоть она и груба. Но судьба ее не забудет. Думаю, пора кидать факелы. Избавимся от крысенышей Вигмунда. Зажигай факелы и поджигай наконечники стрел. Красный враг ветвей быстро очистит это место. Сожжем эти лачуги! Пусть расплатятся за то, что отняли грязную речу Сомы! За то, что лизали пятки Вигмунду! Запах горящих соломенных крыш и торфа. Умелая работа. Вигмунда заденет за живое. Ты ревел и крушил, как огненный сурт, шагающий сквозь пламя Муспельхейма. Увидимся дома, Дрэнг. Thank you.
Эйвор, все получилось. Вот один из людей Вигмунда. Шнырял у Дуралепонте. Только не убивай его. Повеселись. Я буду в длинном доме, нужно все обдумать. Малыш, малыш, где прячется твой папочка? Грязные язычники. Грентебридж принадлежит лорду Вигмунду Уолденскому. Город его по праву. Бедняжка. Не знает, что мы делаем с такими, как он. Ему не рассказывали. Мы ему покажем. Какие ручища. Славные выйдут перчатки. А сердце у такого-то здоровяка. Можно накормить целую семью. Спорим ему глотку и напоим сады его кровью. Боже, нет, нет! Он на острове Илли! Элдермен Вигмунд! Он там, в монастыре, клянусь! Не пришлось возиться до утра. Давайте свяжем его и пусть сгниет. Проклятые даны! Мой лорд прогонит вас с этой земли! Всех вас! Да помилует Господь! А вдруг этот трусливый змей хотел проклясть нас? Я не мог рисковать. Он же христианин. Вигмунд на острове Илли. Я сообщу об этом Соме. Эйвор, что же рассказал человек Вигмунда? Вигмунд в монастыре на острове Илли. Среди церковных крыс. Нужно продумать нападение. Но я не стану бросать ему вызов, пока в моем доме предатель. Что ты выяснил? Бирна влюблена в тебя. Безответная любовь – опасное чувство. Бирна всегда была непредсказуема. Но она воин, а не ребенок. Она не идет на поводу у чувств. Бирна выпивала в длинном доме, когда на город напали. Есть свидетели. Не похоже, что она ожидала нападения. Раньше Бирна тайком возила товары и едва ли жила честно. Даже у людей из самых низов есть честь. Даны знают это лучше других. Накануне нападения Бирна собралась в дорогу. Думаешь, она хотела уйти? Она была готова к тому, чтобы уйти. Лив жалеет, что не стал притязать на власть и не правит сам. Лив занимает видное место в нашем клане. Он лучший корабельщик и знает, что я знаю это. Лив недоволен тем, как ты правишь городом. При мне город процветает, как и гавань, где стоят его дракары. Лив сказал, что желтую краску украли. Желтую краску трудно изготовить. Когда ее украли, он был очень сердит. У стапелей я нашел пустую бадью из-под желтой краски. В ночь нападения такой краской красили дракар. Странно красить корабли в такой час. Но ведь это ремесло Лива. Галин ставит свои видения превыше всего, как фанатик. Видения, как облака. Каждый видит в их форме свой смысл. И смысл, что открывается Галину, важен для него.
Галин сказал, что был при смерти, когда ты нашла и спасла его. Да, его считали проклятым. Он плыл по воле волн. Но всем нужен тот, кто поможет им вернуться на берег. Один из местных жителей видел, как прямо перед нападением кто-то бежал от города к реке. Он узнал этого человека? Нет, помешал туман. Но кем бы ни был тот неизвестный, он знал, что грядет беда. Я нашел много следов у потайного хода. Там же был нарисован желтый крест. Тот, кто предал тебя, отметил потайной ход и тем самым указал саксам путь в город. Думаю, этих доказательств хватит. А ты въедлив. Так кто же предатель? Тебя предал Галин. Ты уверен? Мне нужно подумать. Конечно. Ищи подсказки во всем шире. И говори, с кем пожелаешь. Как хочет состязание? Эйвор, вот так сюрприз. Я тут подумал. Как ты считаешь, что значит твое видение о тебе и Соме? Умный вопрос. Думаю, смысл в том, что Сома приведет меня к величию вопреки трудностям. Наши судьбы связаны. Почему Сома нашла тебя при смерти? Следуя за судьбой, я бросил свой клан. Я мало что помню. Травы спутали воспоминания. Но я жаждал новых видений. Не знаю, поймешь ли ты, но Сома... Она поняла, что боги уготовили мне особый жребий, и он стоит риска. В ночь нападения не было ничего странного? Было. Саксы появились в сердце Грэнта Бриджа точно по волшебству. Странно, как крылья угря. Я дрался всю ночь и весь день, пока не изнемог. Ты знаешь, что было дальше? Меня чуть не съели волки. Я пытаюсь найти того, кто предал Сому. Ты мог бы помочь мне? Я был бы рад. В ночь нападения я размышлял на берегу, вдали от любопытных глаз. В ту ночь я был один. Пока не появились саксы, я не видел ничего необычного. Надеюсь, ты доволен. Снова ты! Я тут подумал. В ночь нападения не было ничего странного? Было. Я дрался всю... Почему с... Следуя за... Не знаю, пой... Как ты считаешь... Умный вопрос. Мне пора идти. Thank you.
Осмотрись, Сюнин. Ты сам не свой, солнечный луч. Что тебя гнетет, дружище? Я размышлял кое о чем. Должно быть больно молча служить той, кого любишь так сильно и безответно. Иногда очень больно. Тогда я прижимаю к груди ладонь, чтобы сердце не разорвалось. У тебя темное прошлое. Иные говорят, тебе нельзя доверять. А вода мокрая, надо же. Я держу нос по ветру и всегда ловлю удачу. Сома не против. Она знает, кто я и кем была. Но верит мне. Кому лучше знать, что серьезно, а что нет, чем ей? Я видел, ты собралась в дорогу. Ты хотела уйти отсюда? Предай я город, меня бы здесь уже не было, верно? Но я осталась. Лучше быть подле Сомы с разбитым сердцем, чем уехать и тосковать по ней. Что произошло в ночь нападения? Все было спокойно. Прекрасная туманная ночь. И вдруг повсюду саксы. А Сома ревет, как медведица. Она велела отступать, и мы побежали к дракарам, чтобы уплыть в болото. Это была засада. Кто-то из города показал саксам потайной ход в длинный дом. Где ты была, когда начался бой? Бражничала с воинами в длинном доме. Потом сражалась с саксами. Я не могла показать саксам тайный ход. И днем, и ночью я была на виду. Эйвор, кажется, твои паруса сникли. В чем дело? Хотел спросить. Ты сказал, что приказы Сомы тебе не по нраву. Да, но я следую им. Это мой долг перед кланом и Ярлсконой. Честь определяют поступки, а не желания. Желтую краску украли перед нападением? Да. Изготовить ее непросто, а достать тем более. Узнав о пропаже, я пришел в ярость. У реки я нашел бодейку из-под желтой краски. Да? Не так давно ее украли из моей мастерской. Я нашел ее на берегу. Она была пуста. Ты был разочарован, когда Гутрум сделал ярлом Грэнта Бриджа Сому, а не тебя? Блюсти честь непросто, иначе негодяи перевелись бы. Да, я хотел бы стать ярлом, но прежде всего я человек чести. Расскажи, что произошло в ночь нападения? Я работал на верфи. Потом вдруг оказалось, что город заполыхал изнутри. Затем Сома увела нас. Лив, кто-то показал саксам потайной ход в длинный дом. Где ты был, когда они напали? Что ты делал? Когда начался бой, я был в мастерской, украшал парус для наших союзников из Гримсби. Без желтой краски. Когда Сома приказала отступать, город уже наводнили саксы. Я был далеко от тайного хода. Очень далеко.
Тихо. Вижу крепление. В бой! Бери! Поди прочь! Знаете, один поможет нам! Сюнин.
тебе осталось. Что видишь, Сюнин? Умри!
Осмотрись вокруг. Стихия Оливия. Неужто он сам их сложил о себе? Покажи мне все. Покажи мне.